Орудие, которое изобрел инженер Леонтьев, имеет огромное оборонное значение. Работа конструкторского бюро в Челябинске закончена и увенчалась полным успехом. На днях Леонтьев выезжает на фронт для испытания своих орудий в боевой обстановке. Понятно? Понятно, товарищ комиссар. Но это не все. Мы получили косвенные данные о том, что немцы очень заинтересовались Леонтьевым и его работой. Возможно, что они пойдут на самые коварные комбинации. Ну что же, будем не только оберегать Леонтьева, но постараемся нащупать немецкую агентуру. Товарищ Сергеев, вам дается специальное задание. Однако вы заметно постарели, господин... На этот раз Петронеску. А, Петронеску. Под глазами мешки. Что же делать, господин Драгоманов? Время горячее, много работ. Однако ближе к цели. Я приехал сюда в связи с одним делом. Речь идет о московском изобретателе Леонтьеве, которого необходимо обезвредить. Чем могу быть полезен? У вас будет место связи с Москвой. Ведь вы живете в нейтральной стране. В прошлую войну я тоже работал в нейтральной Испании. Кажется, мы с вами встречались тогда в Мадриде. О, я там начинал свою карьеру под руководством майора Крашки. Золотое время. А где сейчас господин Крашкин? В Восточной Пруссии. Он руководит там школой диверсантов для работы в России. Но вернемся к инженеру Леонтьеву. Не нужно так волноваться. Ведь письма из Ленинграда идут очень долго. Нет, чувствую. Сердцем чувствуешь, Сергей Платонович, что-то случилось. Заболел, наверное. А как я уговаривала уехать из Ленинграда? Нет, говорит Маша, ни за что не уеду. Как я брошу родной город, технологический институт? Зачем я уехала от него, дура эта? Успокойтесь. Успокойтесь, пожалуйста. Вот, выпейте воды. Спасибо. Совсем распустилась. Эта война нас так ленинградцев потрепала. А вы, случайно, не ленинградец? Я учился в Ленинграде. Да что вы! Я вот, как ленинградца встречу, так на душе даже легче делается. Будто с родным повидалась. Вы где учились? В технологическом. В технологическом институте? Так вы, значит, у моего мужа учились. Профессора Зубова. Как фамилия-то ваша? Леонтьев. Леонтьев? Боря Леонтьев. Голубчик вы мой. Сколько раз мне Сергей Платонович о вас рассказывал. Ведь вы были его любимым учеником. Как поживает Сергей Платонович? Об этом-то я и сокрушаюсь, милый мой. Ведь я по его настоянию эвакуировалась в Челябинск. И вот представьте, третий месяц от Сережи ничего не получаю. Да что же мы здесь стоим? Зайдемте к нам в купе, чайку попьем. Знакомьтесь, моя соседка по купе. Простите, а я и сама не знаю, как вас величать. Наталья Михайловна. Леонтьев. Представьте, какая приятная встреча. Ученик моего супруга. Послушай, друг, в золотом рассвете тоскует ветер.
души моя. И горький день, что в разлуке прожил, хорошим днем остается путь. Печально нам сердце тревожит, разлука поможет, любви не мешает. Вам поручена охрана конструктора Леонтьева. Вы должны сопровождать его всюду. Но сам Леонтьев не должен знать, что его охраняют. Леонтьев должен думать об одном, только о своей работе. Обо всем остальном обязаны думать мы с вами, Бахметьев. Ясно? Ясно. Ну вот, хорошо. Разрешите выполнять? Знаешь, Леонтьев? Здравствуйте. Машина ждет вас. Марья Сергеевна, я могу довезти вас? Премного буду благодарна, ежели довезете старуху до гостиницы «Москва». Пожалуйста, Марья Сергеевна. У меня ведь тоже там заказан номер. Ленинград у меня уже все благополучно. Дело только за самолетом. Вот обрадуется Сергей Платонович, когда расскажу ему о Боре Леонтьеве. Разрешите мне уж вас так величать, по-матерински. Сделайте одолжение, Мария Сергеевна. Меня? Я у телефона? Так. Я готов. Машина у подъезда? Сейчас выйду. Простите, Мария Сергеевна. Николаевич, куда это вы собрались? Да тут недалеко, по делу. Заходите вечерком, когда вернетесь? Обязательно, если не задержусь. Разрешите прикурить? Пожалуйста. Не знаете ли случайно, где товарищ Леонтьев из 316 номера? Стучу к нему в дверь, никто не отвечает. Товарищ Леонтьев уехал. А не скажете ли куда? Куда-то на фронт, товарищ Зубов. Ненадолго. Номер оставлен за ним. Простите, пожалуйста, нет ли у вас гривенничек? Пожалуйста. Благодарю вас. Докладывает Бахметьев. Да, он только что уехал. Мне пришлось задержаться.
Дело в том, что в гостинице проживает некая Зубова Мария Сергеевна. Приехал в одном поезде с Леонтьевым. Старается встречаться с ним не в меру любопытно. Так. Так. Обязательно наведем справки. Но счастливого пути, капитан. Товарищ Лавренко, заинтересуйтесь Зубовой Марией Сергеевной, проживающей в гостинице «Москва». Результат доложите завтра. Слушаюсь. Есть что-нибудь новое? Да. Получено сведения, что из Бухареста в Софию приехал Петр Веннингер под фамилией Петронеску. Теперь он уже Петронеску? Интересно. Сейчас 10:12. По документам Зубова является женой ленинградского профессора. На сегодня она отправила телеграмму в Софию. Вот текст телеграммы. Любопытно. Продолжайте наблюдение. Есть. Запросите о ней Ленинград. Слушаюсь, товарищ полковник. Только что расшифровано донесение московского агента 117, прибывший через Софию. Конструктор Леонтьев выехал из Москвы на центральный фронт машиной номер 1012. Сведения. Можно верить. Агент 117 достаточно известен. Это старуха Карлсон. Что вами предпринято? Мобилизована вся русская агентура. В Софии ждет приказаний Петер Вайнингер, работающий под фамилией Петронеску. Вот последние фотографии Леонтьева, которые мы достали с огромным трудом. Вызовите Веннингера и передайте ему от меня. Если Леонтьев будет взят живым, Веннингер получит рыцарский крест с дубовыми листьями. Если Леонтьев будет убит, Веннингер получит только железный крест. Если Леонтьев не будет обезврежен, Веннингер получит пулю в затылок. Последнее пока не передавайте. Ваш маршрут, господин Петронеску? Берлин. Полковник Свиридов, командир артиллерийской бригады. Очень приятно. Капитан Бахметьев. Счастлив познакомиться с конструктором орудия Л-2.
котором так много слышал. Установка уже здесь? Здесь, готова к действию. Завтра с утра вашему орудию Л-2 будет предоставлено первое слово. А пока прошу с дороги отдохнуть. Не взыщите у нас по фронтовому. Еще раз спрашиваю, что сделано для того, чтобы найти Леонтьева? Не жалейте людей, денег, поднимите на ноги всю агентуру. Леонтьев должен быть найден во что бы то ни стало. Это приказ фюрера. А я соскучилась по вас. Как живете, душенька? Очень хорошо. Вот собираюсь уезжать с ансамблем филармонии на гастроли. Куда? В Алма-Ата. Прекрасные условия. Вам придется изменить ваш маршрут, Наталья Михайловна. Как? Опять? Я согласилась туда помочь вам познакомиться с этим инженером, только потому, что вы обещали сохранить жизнь моему мужу. Обещание будет выполнено. Да, но каким образом? А пока вы должны сделать все возможное, чтобы немедленно, завтра, выехать с концертной бригадой на фронт. Надо срочно разузнать, где находится инженер Леонтьев. Судя по тому, что он уехал ненадолго, его надо искать на центральном фронте. Нет, нет, никуда не поеду. Я не могу больше. Каждую ночь я жду, что за мной придут. Нет, нет, нет. Душенька, это последнее поручение, даю вам слово. Вы пойдете в ваше концертное бюро и заявите, что просите отправить вас на фронт. Прилив патриотизма и прочее вас охотно возьмут. Добейтесь отправки именно на центральный фронт. А если мне не удастся найти Леонтьева? Тогда я вам не завидую. Сердце кормят, сердце помнит все, что было сказано, расставаясь и любя. Вдаль песня летит, наш день впереди. Мы с тобой любовью нежно связаны, я не устану ждать, вернись. Светлой надеждой живу, день придет под солнце раз. Увижу тебя наяву, ты ко мне опять придешь. Тихим дыханием заветного сна сердце вернется весна. Вновь увижу улыбку твою. И тихонько я пою. Ну, остовый друг, есть горечь разлук. Сердце помнит все, что было сказано. Нам пришлось расстаться вдруг. Вдаль песня летит, наш день впереди. Мы с тобой любовью нежно связаны, я не устану ждать, вернись, приди. Спасибо вам, товарищи артисты, за отзыв. Офицеры, в честь наших гостей, ура! Ура!
Здесь так хорошо, что езжать не хочется. Сегодня утром была такая тишина, что перестаешь понимать, где находишься. Очевидно, наша артиллерия где-то очень далеко отсюда, правда? Артиллерия? Да. Простите, я не в курсе дела. Давайте лучше поговорим об искусстве. Наверное, я задаю лишние вопросы. Нет, нет, что? Передайте мне консервы. Мне очень грустно, что вы покидаете нас, Наталья Павловна. Да? Мне надоело сидеть. Пойдемте погуляем. С удовольствием. Кто знает, увидимся ли еще когда-нибудь с вами, Наталья Михайловна. Ничего, товарищ артиллерист. В наше время быстро забывает и утешается. Кроме того, я ревнива. А вы так влюблены в свои пушки. О, это опасный соперник. Что может быть страшнее этих огнедышащих чудовищ? Чудовищ. У нас теперь появилось кое-что пострашней. Новое орудие Л-2. Как вас зовут? Леонид. Леонид. Я уже был влюблен этим Леонидом. Леонид, вы будете мой Л-2. Странное название, Л-2. Наверное, по фамилии конструктора. Да, кстати, я увидел недавно, но это секрет. Мой милый Л-2, какой же для меня секрет, если Борис Николаевич Леонтьев мой хороший знакомый. Я даже собираюсь его навестить, ведь он здесь недалеко. 30 километров, деревня Большие Кресты. Но только, пожалуйста, Наталья Михайловна, это я сказал только вам. Я знаю, что такое военная тайна. Однако, чтобы стало прохладно. Пойдемте обратно. Пойдемте. А, Наталья Михайловна. А теперь попросим Наталью Михайловну Осенину спеть нам что-нибудь на прощанье. Просим, дайте просим. Мне гитару. Послушай, друг, в золотом рассвете тоскует ветер среди ветвей. Тебе не ветер, не поют, не ветер. Это голос души моя. И горький день, что в разлуке тоже хорошим днем остается путь. Печаль нам сердце тревожит, разлука поможет, любви не мешает грусть. Печаль нам сердце тревожит. Что с вами, Наталья Михайловна? Ох, мне нехорошо. Я отравилась этими консервами. Придется лечь в госпиталь. Доктор, ради бога, я не хочу в госпиталь. Отправьте меня домой, в Москву. У меня там дядя, профессор Венгеров, в институте Склифосовского. Товарищ полковник, сейчас в Москву как раз пойдет санитарный У-2. Очень хорошо. Отправь товарища Осенину этим самолет. Есть! Когда этот лейтенант проболтался, я сделала вид, что мне дурно. Меня усадили в самолет, и через 2 часа мы были в Москве. Душенька, вы талант. По вашему приказанию установлено наблюдение за Марией Сергеевной Зубовой. Она изредка встречается с некой Осениной. Кто такая? Артистка, исполнительница лирических песен. Недавно вернулась с Центрального фронта. С
Центрального фронта? Да, она туда ездила с концертной бригадой. Осенина Наталья Михайловна. Так, так. Продолжайте. К сожалению, данные наблюдения пока ничего существенного не принесли. Мария Сергеевна Зубова, жена ленинградского профессора. Мне кажется, безобидная старушка. Майора Цветкова ко мне. Что вы узнали о Зубовой? По вашему приказанию, я запросил Ленинград о Зубовой Марии Сергеевне и о ее муже, профессоре Зубове. Ну-ну. Только что получен ответ. Читайте. Зубова Мария Сергеевна, жена профессора, умерла 8 месяцев назад и похоронена на Преображенском кладбище. Вот справка. Да. Нечего сказать. Безобидная старушка. Зубову арестовать немедленно. Певицу тоже. Слушай, товарищ полковник. Никогда не делайте поспешных выводов, Лавренко. Прошу прощения, господин полковник. Агентура донос. Со советской контрразведкой задержан наш агент. Номер 77, 13 и 41. Жаль. Это были лучшие мои ученики. У этих русских поразительный нюх на наших людей. С каждым днем становится труднее работать. Я полагаю, что лучше всего остановиться на варианте номер 3. Я берусь его выполнить. Узнаю Петера Вайнингера. Но в таких случаях фронт, вероятно, получает извещение из Москвы. Все предусмотрено. Наши люди в Москве отправят такую телеграмму. Вы сможете изготовить для меня документ? О, у нас это дело поставлено лучшими специалистами. Так. Люди? Кто вам нужен? Человек 5. Две смазливых комсомолки, пожилой пролетарий, ну и кто-нибудь из интеллигенции. Можно. У меня есть несколько субъектов, которые сожгли за собой все мосты. Кроме того, подготовьте мне все о городе Иванове. Иванове? Карты, фотографии, истории города, несколько ивановских старожилов. В нашем деле чепуха, мелочь могут все погубить. Да, но... Времени ждет. Начнем с отбора людей. Фройлен Тоня на роль комсомолки. Дочь петлюровского офицера, бежавшего в Германию. Родилась и выросла в Гамбурге. Но хорошо владеет русским языком. Способный агент. 3 раза переходила линию фронта и приносила ценные сведения. О, и Гамбурга sind nette Leute. Nicht? Jawohl, Herr Robert. Ха. Вторая комсомолка, имя Ирина. До войны служила в Смоленске, в ателье МОД. Когда мы туда пришли, сошлась с офицером и начала работать на нас. Достоинство, типичная внешность, нравится мужчинам. Недостатки, замедленный рефлекс, плаксиво, глуповато. Вы состояли в комсомоле? Подавала заявление, меня не приняли. Почему? За поведение. За дурное поведение. Краску стереть. Иван Кутырин,
на роль пожилого пролетария. Конторщик Минского кожевенного завода. Старый провокатор царской охранки. Так точно. Недостаток. Склонность к спиртному. Но последнее время воздерживается. В общем, ценный агент. Савранский Игнатий Аполлонович, бывший адвокат, репрессирован советской властью за взятки и злоупотребления. Выдал нам в Гомеле много большевиков. Моя преданность германскому командованию с одной стороны и ненависть к большевикам с другой. Ясно. Достоинство знает немецкий язык. Недостатки труслив. Господин полковник, бывают обстоятельства, когда духовные качества человека... Ясно. Любите много говорить? Если не научитесь держать язык с зубами, вздернем на первом дереве. Слушаюсь. И, наконец, Зубков на роль молодого рабочего. Сын кулака, дезертир. Приговорен к расстрелу, но бежал из-под охраны. Недостаток боится советской кары. Это же и достоинство. Увольте, господин полковник. Нельзя мне туда. Молчать! Можете идти. Что ж, как будто ансамбль неплохой. Да, но над этими субъектами придется еще поработать. Готовьте подарки, господин Крашки. Подороже и побольше. Шоколад, папиросы, несколько ящиков хорошего вина, чтобы было солидно и убедительно. Понятно. Получены сведения, что в школу гестапо полковника Крашки прибыл господин Петронеску. О, это старый знакомый. Он у них считается лучшим специалистом по России. В этом случае, это птица большого полета. Если Петронеску внезапно перелетает из Софии к полковнику Крашке, это значит, готовится серьезная операция. Передайте задание. Установить, сколько времени пробудет Петронеску в школе гестапо, когда, куда и каким видом транспорта отбудет. Все. Слушаюсь. Здесь можно начать высадку. Железнодорожный разъезд далеко? 3 километрах отсюда. Добавляйте газ, сейчас будем прыгать. Внимание! Ты готов к прыжку? Молодой человек, здесь не шутят. Не надо, я постой, я последний. Ты будешь прыгать или меня? У меня сердце схватывает. Сядь! Черт с ним. Все равно с такой рожей он никуда уже не годился. Ну? Ну, надеюсь, господин адвокат, вы теперь не станете вступать в дискуссию. Что? Нет, нет!
Прошу садиться. Благодарю вас. Ваше имя, отчество, фамилия? Марья Сергеевна Зубова, я уже говорила. Эвакуировались из Ленинграда? Да, из Ленинграда. Значит, из Ленинграда. Профессор Зубов, ваш супруг? Мой муж. И об этом мы говорили в прошлый раз. Совершенно справедливо. Когда изволили воскреснуть? Я не совсем понимаю вас. О чем идет речь? Речь идет о вашей смерти, к сожалению, имевшей место 8 месяцев тому назад. Извините, что мне приходится касаться столь грустных обстоятельств вашей биографии, но по долгу службы... Простите, но я не понимаю ни вашего тона, ни ваших слов. Очевидно, вас следует понимать в переносном, так сказать, в иносказательном смысле. Нет, почему же? Напротив, я попросил бы понимать мне именно в прямом смысле. Поскольку следствием установлено, что вы скончались 8 месяцев тому назад, то я прошу разъяснить, когда именно, при каких обстоятельствах и с какой целью вы воскресли. Право. При моем возрасте и в моем положении не до шуток, гражданин следователь. Могу вам только сказать, что я еще ни разу не умирала. И пока делать этого не собираюсь. К сожалению, я никак не могу с вами согласиться, гражданка. Ибо установлен факт не только вашей смерти, но даже и места, где вас похоронили. Погребли, так сказать. Преображенское кладбище, 21 ряд, могила номер 10456. Мне не совсем удобно фиксировать ваше внимание на этих грустных деталях. Но вы, сударыня, уже 8 месяцев мертвы. Вы, простите, покойница. Вот справка о вашей смерти. Вот выписка ленинградского ЗАГСа, вот судебно-медицинское свидетельство и, наконец, справка Преображенского кладбища. Не угодно ли ознакомиться? Угодно. Ну что ж. Я думаю, что запираться нет смысла. И я так думаю. Я действительно не Марья Сергеевна Зубова. Наконец-то. Давно бы так. Я выкрала документы покойной Зубовой, чтобы получать еще одну продовольственную карточку. Только для этого? Только. Как экспромт недурно, но мало убедительно. Идите и придумайте что-нибудь поостроумнее. Уведите. Сейчас должны подъехать. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Представитель Иванского областного комитета партии Петров. Руководитель делегации трудящихся. Разрешите предъявить документ. Вот разрешите вам представить делегатов. Тоня. Здравствуйте, товарищ полковник. Пожалуйста. Спасибо. Товарищи, позвольте мне передать вам привет от трудящихся Ивановской области. Мы, товарищи, от мала до велика следим за вашей доблестной борьбой. И в тылу своих станков стараемся быть достойными вас, товарищи. Это
Это вам нужно аплодировать. Что, не курите? Спасибо, не курю. Пожалуйста. Вот с тех пор я и сижу в Иванове. Вы знаете, я сам Ивановский. Ну? А, позвольте узнать, как ваша фамилия? Бахметьев. 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 Я на Успенской улице жил. Рядом с собором? Нет, немножко дальше на горе. Ах, там. Ну, как там у нас? Как наши фабрики? Ничего. Лен есть. Хлопок тоже подвозит. Ну, конечно, товарищи, сейчас в основном работаем для армии. Ах, товарищи, если бы не немец, таких расцветок тканей мы добили. Ужасно смешливая девчушка. Приятно. Приятно встретиться с земляком. Товарищ Леонтьев, ваше здоровье. Подождите, мы с вами не знакомы. Я тоже здесь в гостях. Откуда? Из Москвы. Надолго? Завтра уезжаю. Вот мы тоже завтра трогаемся. Вот и хорошо, поедем вместе. Товарищ Тузов, завтра уезжает инженер Леонтьев. Вы будете сопровождать его в качестве шофера. Есть. Леонтьев есть с делегацией. Но на всякий случай вы. Одним словом, вы мне за него отвечаете. За вами пойдет машина с нашими сотрудниками, вы их не знаете. Понятно? Понятно. Я поеду вперед. Есть. Успокойтесь. Все идет как нельзя лучше. Арестованную Осенину ко мне. Слушай. Садитесь, гражданка Осенина. Я знаю, гражданка Осенина, что вы находитесь в тяжелом моральном состоянии. Да, я чувствую, что я погибаю. Наблюдая вас, я склонен думать, что в вашей преступной деятельности... Это неправда, я невиновна. В вашей преступной деятельности вы явились жертвой каких-то темных сил, чьей-то злой воли. Так ведь? Нет, нет. Этому чувству я и приписываю ваше подавленное состояние. Между тем, признание облегчит и ваше сердце, и вашу участь. Нет, нет, мне не о чем сознаваться. Я ни в чем не виновата. Допустим. Но если предположить, что вы говорите правду, то объясните мне, почему вы отказались от поездки с ансамблем филармонии в Алма-Ата и настаивали на поездке с концертной бригадой на Центральный фронт? Не знаю. Мне почему-то так хотелось.
Не можете объяснить? Да. После концерта на аэродроме вы почувствовали себя дурно и попросили немедленно отправить вас в Москву. Однако в Москве вы не обратились за помощью ни в одно лечебное учреждение. По дороге мне стало легче. Но вы не ночевали дома. Где вы были ночью? Есть вопрос, на который женщина может не отвечать. Вы намекаете на роман, на любимого человека. Но вы же сами говорили, что горячо любите вашего мужа, верные ему. Чему же верить? По дороге я потеряла сознание и добралась домой только утром. Только что вы сказали, что вы почувствовали себя лучше. В самолете. А на улице мне опять стало дурно. Вам не могло стать дурно по одной простой причине. Консервы, которыми вы изволили отравиться, оказались абсолютно доброкачественными. У нас есть лабораторный анализ. Значит, за мной следили еще тогда, на фронте? Совершенно верно. Кроме того, вы заявили, что в институте Склифосовского работает ваш дядя, профессор Венгеров. Но он действительно там работает. И он действительно дядя. Но не ваш. Он чужой дядя и никакого отношения к вам не имеет. Кто ваш муж? Военный. Лейтенант. Где он сейчас? В плену. Откуда вы знаете, что ваш муж в плену? Откуда вы знаете, что ваш муж в плену? Мне об этом сообщил один человек. И этот человек попросил вас выполнить одно небольшое поручение, пообещав, что за это немцы пощадят жизнь вашего мужа. Так? Откуда вы знаете? Кто этот человек? Говорите. Я не виновата. Я познакомилась с ней в Челябинске. И она втянула меня в эту грязь. Каким образом? Она привезла мне письмо от мужа из плена. Его расстреляют, если я не... Если вы не станете шпионкой. Как фамилия этой женщины? Зубова. Марья Сергеевна Зубова. Зубову ко мне. Значит, она уже у вас? Значит, вы все уже знаете. Боже, зачем я так лгала? Вы можете исправить это полным признанием. Хорошо. Вы уже, наверное, знаете, что она в Челябинске следила за инженером Леонтьевым. Конечно, знаю. Когда он уехал в Москву, мы поехали за ним. Потом она узнала, что Леонтьев на фронте, и приказала мне найти его. Ну, а дальше вы ведь все знаете. Что сделала Зубова после того, как вы нашли Леонтьева? Не знаю. Уведите арестованную. Товарищ Леонтьев, вы готовы? Едьте, обязательно. Только вот не стеснили вас в машине, а то товарищ полковник предлагает другую. Что, что, помилуйте, места хватит. В компании ехать веселей. Ага. Торапливайтесь, машина ждет. Сейчас выйду. О, земляк. Здорово, товарищ Бахтин. Ну как отдохнули, товарищ? Превосходно, спал как убитый.
А я решил, что у вас бессонница. Почему? Да перед рассветом вы что-то долго ходили около блиндажа, курили. Обкомовская привычка работать по ночам. А вы чего не спали? Да так что-то не спалось. Скажите, товарищ Петров. Да? А что вот это, ну как ее, Ирина? Хохотушка. Да-да. Что она, комсомолка? А что? Товарищ Макведев, понравилось? А? Курите? Благодарю вас. Ну, товарищ Леонтьев, можно ехать? Я готов. Вот туда, пожалуйста. Вот что, Марья Сергеевна, дальнейшее сопротивление бессмысленно. Ваша шпионская деятельность установлена. Давайте показания. Я ничего не знаю. Я все сказала. Вы будете говорить или нет? Почему вы со мной так разговариваете? Уважайте хотя бы старость. Ведь я вам в матери гожусь. Что бы вы сказали, если бы так разговаривали с вашей матерью? Вы правы. С моей матерью так не разговаривали. Когда гестапо арестовало ее в Калуге, с ней не разговаривали, ее просто били. Били и пытали. А потом отрубили ей руки. А когда освободили Калугу, я во рву нашел ее труп. Все. Перейдем к делу. Говорить будете? Приведите ко мне арестованную Осенину. Повторите ваши показания, Осенина. Мы познакомились с ней в Челябинске. Незачем повторять. Ферфлюхте хура, хаталес оскашма. Может быть, вам удобнее говорить по-немецки? Виркунен дойч рейден. Это шоу. На этот раз мне не повезло. Но это все равно. Люди моей профессии, господин следователь, должны трезво смотреть на вещи. Что вас интересует? Задавайте вопрос. Можете идти. Каким образом и кому вы передали сведения о местонахождении Леонтьева? Очень просто. Послал шифрованную телеграмму в Софию. На телеграмме было поставлено время подачи 23:05. Это были координаты Леонтьева по карте? Совершенно верно. Я устала. Что вам еще от меня надо? Мне ведь почти 60, милостивый государь. Давно работаете? Еще с той войны. Ваша настоящая фамилия? Карлсон. Амалия Карлсон. Мой отец был крымским колонистом. Значит, вы немка? Да, я немка. Ну, товарищ Леонтьев, желаю счастливого пути. До свидания, товарищ полковник. Товарищи, покидая вашу часть, позвольте мне от имени трудящихся нашей области. Потом мне было поручено сообщить в артиллерийскую бригаду, что к ним едет делегация с подарками от трудящихся Ивановской области. Это было труднее всего. Но в конце концов мне удалось и это. Ничего не скажешь. Виден солидный опыт. Но о том, как вы это сделали, мы поговорим в следующий раз. А сейчас не буду утомлять вас дальнейшими вопросами. Теперь мне все равно. Да, теперь для вас уже все равно. Уберите. Шифровальное говорит Ларц. Немедленно радируйте капитану Бахметьеву. Спасибо. Спасибо, товарищ полковник. Спасибо за все. Привет капитану Бахметьеву. До новой встречи, товарищи, после войны, после нашей победы!
Что с вами, товарищ Бахмутчик? Где Леонтьев? Уехал. Надо перевязку. Товарищ полковник, телеграмма из штаба фронта. Врача немедленно. Есть врача немедленно. Свиридову Пахметьеву. Делегация Ивановской области является немецкой диверсионной группой. Примите меры. Ларц. Можно вам лучше переждать? Правильно. Сварач! Что случилось, товарищ водитель? Не нужно ли чем помочь? Бандят впереди! Мы решили подождать. Правильно. Береженого и Бог бережет. Верно. Береженого и Бог бережет. Ну что ж, закурю, товарищ. Спасибо. Пожалуйста, товарищ Ильич. Спасибо, я не курю. Пожалуйста, товарищ. А, Соня? Опять свет. Видать, попутчики. Да. С другой стороны, товарищ, зачем вы не терять время? Бомбежка кончилась? А хоть бы и бомбежка. По крайней мере, будет чем похвастаться дома. Она скажет, на фронте побывали и бомбежки не видали. Верно, надо торопиться. Поехали. Что вы делаете там, бомбят? Успокойтесь. Успокойтесь, товарищ Савранский. Иногда и бомбежка помогает. Спустили две покрышки. Подозреваю умышленный прокол. Где машина с Леонтьевым? Ушла вперед. Там недавно бомбили. Коля, машину. Поехали. Не замедляйте шага, Кутырин, вы не на прогулку. Да ведь тяжело, господин Райнгер. Солидная бомбочка. Прямое попадание в машину. Не завидуй тем, кто в ней ехал. Тем более, что в этой машине ехал инженер Леонтьев. Почему вы так думаете? Потому что труп лейтенанта Тузова. Ну, товарищ Бахметьев, можно ехать обратно. Все ясно.
Надо доложить в штаб. Коля, разворачивай. Подождите, Мартынов. Взгляните сюда. Как по-вашему, что это такое? Входное отверстие от пули. Стало быть. Стало быть, прежде чем грузовик разбомбило, Тузова застрелили. Ясно, Мартынов? Ясно. Но ведь тихо-то тоже погиб. Типичный прием гестапо. Для полной убедительности. Они своих не жалеют. Ну, как это называется, Мартынов? Черт его знает, как это называется. Называется грубая работа. Дескать, и так сойдет, не разберутся. Куда они могли скрыться? Едем в штаб для связи. Бомбежку грузовика, чтобы запутать следы и выиграть время. А видимо, за ним пришлют самолет. Сейчас 6 часов. Вот что. Немедленно вылетайте на Печенежский аэродром и вызовите туда Бахметьева. Я ждал приказания, чтобы над линией фронта в этом районе непрерывно баражировали наши истребки. Надо во что бы то ни стало, любой ценой, перехватить и посадить немецкий самолет. Ну, кажется, мы можем остановиться. Ушли довольно далеко от дороги. Рядом поляна, это очень хорошо. Тоня, да? Готовьте передатчик. Немедленно свяжитесь с полковником Крашкой. Господин Кутырин, не оставляйте инженера. Он скоро может проснуться. Господин Вайнберг, полковник Крашки слушает. Передавайте шифр. Полковник Крашки. Доложите Берлин. Вариант номер 3 выполнен. Инженер Леонтьев в наших руках. Точка. Ночью высылайте самолет. Наши координаты 16-й квадрат, 10 километров северо-восточной деревни Малые Корневищи. Точка. На посадочной площадке выложим 3 костра. Точка. Вайлингер. Точка. Подождите. Мчался как на пожар. Не могу понять, как мы не расшиблись. Что нового? Немецкий самолет пока не появлялся. Передний край контролирует наши истребки. Не противает? Что? Не такие ребята. Так вот, товарищи. Поверьте, если бы вас так не ценили, то не стали бы для этой операции вызывать из Софии меня. Кстати, разрешите представиться. Петер Вайнингер. Он же Петров. Отойдите. Если вы будете вести себя умно, то станете почетным гражданином Великой Германии. Я говорю, это совершенно официально по поручению германских властей. У вас будет свои заводы, лаборатории, виллы, несколько миллионов в банке. Наоборот, малейшее непослушание, и я ни за что не ручаюсь. Господин Вайнгер, радиограмма. Поздравляю с успехом. Ночью к вам вылетит самолет. Полковник Крашке. Хорошо. Господин Иванович, что прикажете передать от вашего имени германским властям? Передавайте. Все, что я хотел сказать германским властям, уже говорят за меня мои Л-2. Чертежи и расчеты я оставил в Москве. То, что зря вы затеяли весь маскарад. На этом, считаю, разговор окончен. Все. Все. Можете еще добавить, что я плюю вашу самодовольную морду. Мой гонорар стоит этого глупого оскорбления. Уверяю вас, господин Леонтьев, что в Берлине вы заговорите совершенно иначе. Они выложат вам на посадочной площадке 3 костра. Теперь вот что. Передайте Вайнингеру лично этот приказ
о награждении его рыцарским крестом с дубовыми листьями. И скажите, что я его от души поздравляю. Будет исполнено, господин полковник. Везет этому Вайнингеру. Слишком везет. Костры! Зажигайте костры! Ваше распоряжение, господин Вайнингер. Этот пакет приказано вручить вам лично. Полковник Рашке просил передать вам свои сердечные поздравления. Разрешите мне присоединиться к ним. Прощай, матушка сыграл вашу роль. Разрешите познакомиться с товарищем Сергеевым и поблагодарить его. Очень приятно. Конструктор Леонтьев. Майор государственной безопасности Сергеев. Скажите, а если бы немцы знали меня в лицо? Мы предусмотрели это. Когда мы узнали, что немцы интересуются вашей фотографией, мы им любезно предоставили фото
Майор Сергеев. Чистая работа. Да, Сергеев. А что, господин Рейнгер, уже видел вас в форме? Видел. Признаться, это доставило мне большое удовольствие.